Вплотную заняться пешеходными зонами Барнаула предлагают властям города общественники. Накануне к одному из пешеходных переходов на проспекте Социалистическом привлек внимание барнаульский архитектор Александр Деринг. Пост, посвященный адовому перешейку, так он его назвал, он разместил в соцсетях. По мнению Деринга, это место совершенно не рассчитано на большой поток людей. По его словам, за сутки здесь проходят сотни человек. Рядом детские сады, школы, магазины. Однако переход и интересы такого количества горожан не учитывает. Формально он есть. Формально есть полоски, зебра. Формально есть маленькая, ну какая-то там дорожка, ладно, толкутся. Но системно ее нет. То есть ни ширины дорожки, ни дальнейшего благоустройства, обозначения. Вот там, кстати, очень такой рельеф сильный, то есть он не учтен. Ну как люди, они же, есть инвалиды, есть коляски, есть дети, есть старые люди, которым нужно преодолевать. Это безбарьерная среда-то. Тут как раз вот это отсутствует, вот это нужно делать. По его словам, сразу после размещения поста удалось связаться с дорожным комитетом городской администрации. Как там его заверили, в ближайшее время на Социалистическом постараются сделать образцово-показательный переход, учитывающий все требования. Но Деринг надеется, что это станет лишь первой ласточкой. По его словам, в городе существует целая сеть популярных пешеходных маршрутов. Их необходимо выделить и обустроить согласно современным требованиям.